Приветики, ребята, меня зовут Флавиус, и сегодня мы будем, ребятушки, играть в Майнкрафт Шарика! Да-да, вам не послышалось, это Майнкрафт и Шарик одновременно! И мы с вами прошли первый уровень, ребята. Давайте взглянем на карту. Здесь нам, смотрите, сколько всего предстоит, 3 целых мира. И, ребята, это будет очень-очень круто. Так, скины, давайте посмотрим. А, закрыты пока что еще скины. Ну ладно, ребята, тогда вперед. Ой, смотрите, ха-ха-ха, мы в хрюшку превратились, ребята. Так, вперед, опа. Так, мы теперь хрюшка и, ну, в общем-то, и все. Больше мы теперь не будем нашим маленьким. Кстати, ребята, а как зовут главного героя? Главного, как звать главного героя, ребята? Майнкрафте. А ну, рассказывайте, как его звать. Стив, вроде как бы, да, или нет? А ну, напишите в комментариях, как звать главного героя в Майнкрафте. Так, что тут? А, вот тут, смотрите, нам нужно открыть, нажать и пройти. Так, шипы здесь, нужно быть очень осторожными. Еще шипы, да, не просто так. Ну что ж, погнали в портал, в Эндермир. Ну, здесь, по крайней мере, порталы так похожи. Так, ребятушки, ну что же, давайте вот 5 звезд поставим. И потому что мы 5 звезд проходим. Кстати, смотрите, скин снеговичка, ребята, уху, круто. Это классно, потому что, ребята, у нас теперь как бы зима сейчас, да? Ну, по крайней мере, сейчас. И мы как бы снеговичок. Так, а кто помнит, как строить снеговик в Майнкрафте, ребята? А ну-ка, снеговичок. Это у нас, получается, снежный голем. И как же нам его делать? Опа, так, а что это? Эндерменчик, смотрите, сидит, ребята. Так, пах, есть, получил. Итак, ребята, снеговика. Насколько я помню, нужно снега. 2 кубика и то ли ведро, то ли морковку. Честно говоря, давно, ребята, играл в Майнкрафт. Поэтому, ребята, 100% пишите в комментариях, как делать снеговика. Так, ну а мы продолжаем, ребята, продолжаем наш нелегкий путь Майнкрафтера. Такс, подходим. О, скин железного человека, но он нам недоступен, ребята, пока что. Ну и ладно, погнали. Уху! Так, монетки собираем. Звездочки тоже, ребята, это как золото в Майнкрафте. Уху! Так, есть. Хорошо, ребята, мы сделали с вами великое дело. Мы прошли уровень на 3 звездочки. И все, продолжаем дальше. Опаньки, водичка. Так, ну Стив, я помню, умеет как бы плавать, поэтому водичка ему не страшна. Ай-я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 й. Так, шипы. Шипы не очень хорошо. Так, смотрите, эндерменчик. Получай, эндерменчик. Хе-хе, все, всех победили. Кстати говоря, ребята, мы тут очень быстрый шарик, я вам так-то скажу. Так что нам здесь будет очень весело проходить. Так, ну что ж, ребята, погнали дальше. Так, ну пока что мы находимся в обычном мире, в надземном, в самом стандартном биоме. Тут, где все зелено, где есть березки, дубы и обычный грунт. Насколько я помню, в Майнкрафте уже очень-очень много всего. Опа, смотри, как мы перепрыгнули. Очень много биомов, честно говоря, даже все не перечислить сейчас. Так что пишите в комментариях, ну а мы продвигаемся далее. Так, что тут у нас? Так, ну тут у нас скин, вот этот мы можем взять? А ну-ка, да. А чё это скин? Поселенца обычного, что ли? Да как так? Ах, вы шипы такие, специально понаставляли здесь. Опа, а это что такое, смотрите. О, это ж тут, наверное, горожане живут, ну, поселенцы, с ними можно торговать, ребята. Прикольно, у-ху. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, да, последнюю жизнь чуть не потеряли, но все-таки мы выжили и сделали это. Ура, ребята, ура, продолжаем наш путь. Такс. Опа, хорошо, тут мы все проходим. О, а это скин, похоже, девочки. Опа, есть, ребята. Так, здесь волшебный рычаг. Ну, или чекпоинт, наверное. Так, ну что, камешек, для чего нам... Стоп, смотрите, сначала камешек нужно в одну сторону переволочь. Вот сюда. Вот так, хорошо. А потом в другую. Вот тогда-то все и получится у нас. Да, ребята, вот это мы молодцы. Ура, прошли, победа. Хорошо. Очень все у нас хорошо. Так, а что мы можем в магазине купить? Ага, ну понятно, тут всякие украшательства. Я думал, может, мы, знаете, сильнее можем стать. А вот, мы здесь за 1000 монет можем что-то купить. А давайте последнего купим, что это такое? Ну, это случайно мы за 1000 покупаем. Ну хорошо, будем свинка, ребят, что ж, почему бы и нет? Свинка тоже хорошая, почему бы нет? О, уточка там, смотрите, есть. Прикольно. Ну, уточку мы тоже, я думаю, с вами откроем. Так, а ну-ка, секретиков тут никаких нету. Так, главное на спаун монстров не набрести. Опа.
Так, кстати, ребята, а какой ваш самый нелюбимый монстр? Ну вот тот, который вас больше всего вот бесит и раздражает, с которым тяжелее всего сражаться. Вот мне всегда не нравились, ну, пожалуй, скелеты, потому что у них есть луки, они могут тебя на расстоянии победить. Это не всегда очень хорошо. Так, хопа. Так, чекпоинт. Ой-ой-ой, да, не зря чекпоинт. Тут такие шипы огромные. Так, смотрите. Ой-ой, одну монетку забыли. Сейчас заберем. Опа, есть. Так, собираемся. Ну и, в общем-то, все. Это очень коротенький какой-то уровень был. Прям-таки ультра-ультра коротенький уровень, ребятушки. Ну что же, мы давайте вернемся домой, посмотрим, что мы тут вообще напроходили. Ну, слушайте, почти мир завершили, ребята. Так, ну что же. У нас 1000 монет, серия подходит, ребята, к концу. А вы обязательно, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но на сегодня, пожалуй, все. Так, давайте еще посмотрим, что у нас тут. Ежедневные бонусы заберем напоследок. Так, что тут у нас больше? Ну, больше можно колесо крутнуть, но это давайте уже в следующей серии. Правильно? Правильно. На этом все. Адес, амигос. Гаиски, ребята, меня зовут Фалариус, и сегодня мы продолжаем играть в красный шарик Майнкрафта. И, ребята, поставьте лайки и подпишитесь на канал. И самое главное, напишите, вы когда-нибудь играли в Майнкрафт? Я вот играл очень давно, но еще мне все как-то помнится. Так что, ребята, напишите в комментариях. Первое, как звали главного героя, за которого вы играете в Майнкрафте? Да, у него же есть имя. Правильно? Правильно. Так. И напишите в комментарии, за кого мы сейчас играем. За розовую такую, с пятачком. Как же ее звать, ребята? Так, вы обязательно напишите в комментариях. Ну, а мы прошли этот уровень. Так, и давайте возвращаемся на нашу базу, смотрим. Смотрите, мы почти прошли этот мир. И давайте крутанем один раз рулеточку. Может, что-то нам выпадет прикольно. Хочу магнитики, чтобы нам выпали. 200 золот. Ну, тоже неплохо, ребят, тоже неплохо. Так, ладно, продолжаем игру. Сейчас мы еще поднасобираем. И, наверное, ребята, мы еще с вами купим один скинчик. За 1000 можно выбить случайный скин. И это замечательно. Так, открываем дверьку раз. Хопа. Открываем дверьку два. И замечательно выходим сюда. Так. Хорошо. Сохранились мы тут. О, смотрите, кто это такие, ребята, с фиолетовыми глазами. Это же эндерменчики. Хо-хо, ну с ними, конечно, нам будет непросто, но мы их одолеем. Так, хорошо. Ну, а мы тем временем едем дальше, ребята. Катимся дальше, потому что мы ведь шарик в Майнкрафте. Смотрите, а это скин из чего, ребята? Из Амангаса. Хорошо. Так. Открываем дверь. Опа! И проходим дальше. Так, а тут очень быстрый уровень, ребята, был. Ну, сейчас мы с вами... Я уже хочу дойти по-быстренькому до следующей зоны и посмотреть, что там вообще будет, ребята. Что вообще там вот будет. Так. Едем дальше. Опа. А что это? Скин Стива? А нет, это не Стива, это... Опа! Ах, смотрите, как мы ловко все прошли здесь. Так, хорошо. Все. И сколько нам еще уровней осталось? Так, все. Давайте посмотрим, сколько нам... Еще 3 уровня, ребята, отлично. 3 уровня, и мы в новой зоне. И это будет великолепно. Так, как думаете, что это будет за зона? Может, это будет Эндермир? Или, ну, вот тот мир, который мы в портал видим? Или просто будет другой биом? Тоже, в принципе, возможно, что просто будет там, не знаю, болотный, или, может, снежный биом, ну, какой-нибудь. Вот, кстати, может, даже босс будет? С драконом сражаться будем, ребята, с драконом. Ну, или, может, не с драконом, с ведьмой какой-нибудь. Так-с. Что тут у нас звездочки? Так. Механизмы, ребята! Да, механизмы! Собираем редстоун, активируем всякие рычаги, провода. Отлично. Так, проходим. Хопаньки. И есть все. Ребята, мы завершаем этот финальный уровень. Или предфинальный. Так, сейчас посмотрим. И 18-й, да, вот он, финальный получается. Так, прыжочек. Так, тут мы открываем. Давай, открывай, свинка. Ой, а вот я и проговорился, как зовут того, за кого мы сейчас играем. Ну, конечно же, это свинка. Я думаю, вы уже все давным-давно догадались. Что это за штука, ребята? Пила из Майнкрафта. Что-то я такую не помню. А что, была там такая штука, ребята? Я не знаю, давно не играл. Может, добавили какие-то новые механизмы? Так. Сейчас мы с вами разберемся со всем, ребята. Но мы тем временем все. Отправляемся дальше. Или это мы уже в следующем мире? А ну-ка, давайте посмотрим по зонам. Так. А, вот, первый, сейчас будет, ребята, все. Сейчас будет Форест, это Форест. Ну, я не знаю, там будут новые миры или нет. Кстати, смотрите, все мы на 3 звездочки прошли. Ай, какие мы молодцы. Так, говорил вам, скин купим, да, давайте бесплатный скин. Уже за 2000, ну ладно, давайте за 2000 бесплатный скин. Очень случайно.
О, это кто у нас? Это же из игры в кальмара, да? Ну что ж, хорошо. А, мир не поменялся, ребята. Мир остался прежним. Ну ладно, что ж, хорошо. И этот мир столь же хорош. Так, что тут у нас? Рычажочек. Мы открываем себе платформочку и... Опаньки, так, тут надо вот все тут пройти, все монетки забрать. Опа, есть. Так, что тут у нас? Нужно как-то камешек... А, ну он сейчас упадет, получается, и мы по нем заберемся, через, чтобы шипы эти не попасть, ребят. Шипы это ужасно. Так, да, есть, пройдено, ребята. Хорошо. Такс. И дальше что нас ожидает? Так, 20-й уровень. Ну, 20-й юбилейный. Думал, может, что-то тут прикольное будет. Ну нет, нет, все тот же мир. Ну хорошо, погнали дальше. Хоп, монетки собрали. А дальше. О-о-о-о. Так. Ну, вот это, конечно. Так, вот это, конечно, так просто не пройдешь с первого раза. Надо понять, как это все движется. Не-не-не, вот сейчас. А как же нам пройти это, слушайте? Так. А, ну просто вот. Ай! Стоп! Ну в смысле? Да как это пройти? Так, смотрите. Тут движется. Так, не, ну без потери жизни я не понимаю, как это пройти, честно говоря. Фух. Но мы это сделали, ребята, как-то. Но мы это сделали. Вот это коварный уровень. Слушайте, без потери там ну, почти никак не пройти. Интересненько. Но мы это сделали, ребята. Мы преодолели это препятствие на нашем пути. Так, собираем здесь все монетки. Нажимаем кнопочку, и к нам приезжает лифт, к которому мы сейчас и заберемся. Так, заберемся сюда. Текс. Отлично, ребята. Открываем портальчик. Ой, смотрите, сколько тут эндерменчиков. Уху, ну мы всех победили. Ура, ребята. Так, уровень пройден. В общем-то, этот был очень легкий уровень. Мы продолжаем дальше идти. А, ребята, знаете, что мы давайте сделаем напоследок, потому что серия подходит к концу. Давай, а что, а на скин, а что, 3000 уже скин будет стоить? Ну, конечно, 3000 уже. А, есть, кстати, смотрите, гарантированные скины, так сказать, да? Вот, гарантированные, да, скины. Но на них пока что у нас нет. Давайте мы за Стива, наверное, будем играть. Или все-таки за кальмарчика наш. Ладно, давайте пока за кальмарчика поиграем. Ну что ж, ребята, на сегодня, пожалуй, все. Если вам это видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Фулавиус, адиос, амигос. Гаески, ребята, меня зовут Фулавиус. И сегодня мы проходим красный шарик в Майнкрафте. Или Майнкрафт в красном шарике. Это уж как вам будет угодно. И мы, ребята, начинаем. Вы обязательно мне сейчас в комментариях напишите такую вещь. Как в Майнкрафте скрафтить, ну скажем, кирку. Ну, самую обычную кирку. Как ее скрафтить? Напишите мне в комментариях. Кто напишет, тот получит мой фирменный лайк. Ну а мы, в общем-то, продолжаем. Давай. Вот сюда. Отлично. Так, что тут у нас? Тут у нас монетки, ребята. И опа. Взяли мы все звездочки на этом. Ну, почти все на этом уровне звездочки. Так, камешек мы продвинем дальше. Какой тяжелый камешек. Нужен небольшой разгон для него, наверное, да? Да, сейчас мы его разгоним. Оп. И вот все. С его помощью мы пройдем этот уровень. Так, хорошо. И едем дальше. Все звездочки наши, ребята. Ну, мы молодцы. Так, ну и что ж, 23-й уровень. А где-то мы тут внизу появились. Качельки. Аккуратно нужно быть с ними. Так, пружинка нас сюда подтолкнет. Рычаг нажимаем. Чекпоинт берем и, в общем-то, идем дальше. Ну, тут уровни совсем что-то уж легкие, ребята, но зато приятно вернуться в старый добрый Майнкрафт и, как говорится... Жалко, что тут строить нельзя, было бы забавно. Давайте глянем на карту, ребята, что нам тут остается. Ну, немного нам тут остается, на самом деле. Я все думал, может, мир поменяется, но нет, Форест, видите, это все Форест. Может, дальше, когда разработчики придумают еще что-то новое. Так, а тут у нас, смотрите, у нас есть так называемый... Пас какой-то, да, Star Reward называется, ну, в общем, да. Можно там всякие награды себе выбить. Ой, стоп, опять такая вот штука. Фу! Кстати, ой, водичку мы, не заметил я водички, ребята, упали. А так хорошо прошли мы этот уровень, я думал, без потери сейчас пройдем. Нет, стоп, звездочку отдай. Не, уровень заново придется начинать. Ребят, смотрите, первый уровень, который заново начинаем. Это, конечно, да. Опа. Так, смотрите, тут получается аккуратненько нужно. Вот, сначала взять тут звездочку, вот. Потом, так, я надеюсь, нас тут не заблокируют, ребята, а?
А ну-ка. А ну. Оп, вот это да. Так, 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 так. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Оп, оп, оп. Не, нормально, нормально, нормально. Можно, можно пройти, ребята. Проходимо. Стоп, 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 стоп. Шар. Так, шарик у нас не туда немножко пошел. Ну ладно, все. Теперь вот точно мы пройдем. Вот теперь, слушайте, интересно стало, интересно. А то в первых самых уровнях, кто помнит, было совсем, ну как-то вот очень слишком легко. Все, сейчас пошли уже интересные уровни. Хорошо, хорошо. Так, вот на бревнышке таком нам тут нужно покататься, смотрите, как на серфинге, как на серфинге. Оп, оп, так, 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 так. Оп, есть, отлично. Так, ну что же, мы тут проходим все это дело. Так. Отлично, отлично. Ну все, в общем-то и прошли. Но тут тоже очень быстрый, очень легкий уровень. Так, 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 так. Все, едем далее. Так, ребята, что у нас тут? В принципе, все, мы все активности с вами прошли. Остается проходить уровень. Так, молоточек. Уа! Ах ты, молоточек такой. Нехороший молоточек. Подождите, у нас осталось 0 жизни или это 8? Ну, вроде как это 8. Да нет! Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас проверим. Вроде же это 8, да? Или 0? Не знаю. Ладно. Так. Да, в смысле? Монетки, наверное, здесь нельзя собрать себе без магнита. А, так. Но магнит я хочу оставить на потом. Так. Вот. Ну ладно, все нормально. Звездочку главное взяли. Так, давайте посмотрим, что тут вообще. Ага, ну тут вот такая штуковина. Тут, в общем-то, понятно. Нам нужно взять этот ящик, отодвинуть его, задвинуть и вот тут вот пройти. Это, в общем-то, ясно и понятненько. Так, 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 так. Едем, едем. Вот так вот. Хоба! Есть все, уровень пройден. Хорошо, ребята. Так, 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 так. Победа! Ну что ж, а мы шагаем с вами дальше. Шипы. Аккуратно. Шипы здесь вот так коварно расставлены. Хоба! Отлично, идем, едем. Да. О, опять вот эти вот бочкообразные штуки. Эй, ну, ну без потери одного, одной еды, ну никак тут. Ну, одной жизни, одного сердечка. Сердечки не замеряют еду. Вот как-то так, да, нехорошо получается, нехорошо. Так, что, двигаем ящик. Оп, наверное, его сюда нужно все-таки задвинуть. Что-то мне подсказывает, правильно мне подсказывает. Смотрите. Опа. Оп, так, так, тут мы знаем уже, как нам работать. Оп, есть. Хоп, есть, все, всех победили, все, прошли. Мы молодцы, вы тоже, ребята, кстати, молодцы, что досмотрели до этого момента. Особенно те, кто досмотрел до этого момента, очень-очень молодец. Так, что у нас тут по карте смотрим? 29 уровень, ну, слушайте, почти прошли. И вторую страничку уровней. Ну, хорошо, погнали дальше. О, смотрите, ребята, это тележка. И с пружинкой. Отличная штука. А, стоп, а с этой стороны... Да, вон, смотрите, там монетка есть. Отлично. Видите, как я все заметил? Молодец какой. Так, нам тогда теперь нужно эту штуковину отодвинуть. Вот сюда нужно отодвинуть. Так, ну что тут? Да, ребята, тут есть звездочка, конечно же. Конечно же, она здесь есть. А вот ту, что монетку мы никак не возьмем? Да, ха, забавно. Ну ладно. Так, 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 так. Все. Продвигаем эту штуковину сюда. И, в общем-то, смотрите, как тут водичка плещется. Забавненько. Опа, шипы. Стоп, стоп, все, отлично. И есть, уровень пройден, ребятушки. Ну что же мне вам сказать, мы сегодня молодцы. Прошли столько уровней, столько всего, смотрите, как все красиво. Тут все прошли, ребята, на 3 звезды, просто все. Поэтому, если вы еще здесь, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Флавиус Адиус Амигос. Гейски, ребята, меня зовут Флавиус, и сегодня мы начинаем играть в нового красного шарика. И это будет необычное, ребята, приключение, а очень даже, надеюсь, веселое. Так что, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будет весело. Оп-оп-оп-оп. Так, ну, водичку в шарик наш точно не любит, поэтому... Так, хопа. Хопа. Отлично, отлично, отлично. Ай-яй-яй-яй. Так, да, водичку мы не любим, это точно так. А уровень... А, уровень с самого начала придется начинать. Ну что ж, ладно. Так-так-так-так, давайте сейчас по-быстренькому, по-быстренькому. Ой-ой-ой-ой. Так, ребятушки, вы ставьте лайки обязательно. Они помогут нам, ну, как бы лучше пройти этот уровень. Так, ждем здесь, ждем, ждем, ждем. Опа, опять на шипы упали. Ну что-то нехорошо все проходит. Так, здесь мы уже хорошо проходим. Так-так-так-так-так. Здесь давайте немножко подождем. А, так... Оп, монетку, монетку. Так, оп, 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 оп. Есть, хорошо, опа. Так, здесь пока что все будет просто. О, это наш, ребята, рекорд.
26 монет, да зачем же? Мы почти были у выхода. Так, ну немножко хардкорная эта игра, ребята, конечно же. Так, она очень быстрая и очень... Оп. Так. Да как же нас задел этот шип, ребята? Ну, что ж такое? Так, я уж представляю, что там будет дальше. Это интересно, если первый уровень уже настолько сложен и необычен. Такс. Оп, давай. Оп. Так, хорошо, все получается. Так, ну пока все идет по плану. Так, есть и хорошо. Все, ребята, уровень пройден. Отлично. Во-во-во-во, а что это за такое существо, ребята? Ага. Я понял, это существо трогать нельзя. Но это какой-то, знаете ли, новый вид квадратов. Квадрат с двумя квадратами. Ну, в общем-то, ладно. Так, вот эта штука зачем нам нужна? Это, видимо, чтобы тут пройти как-то, да? Так, тут у нас целая куча монеточек. Мы их забираем. Так, и проходим дальше. О, а вот это наверняка, ребята... Да, оп, ху-ху-ху. Быстро падающие штуки. Так, этих квадратов нам нельзя трогать. Давай. Опа, перепрыгиваем. Оп. Так. Ой, нет, опять сначала все. Так, ну действительно, ребята, это очень хардкорный шарик. И, ну то есть очень сложный. И тут нам придется уж не сладенько, да. Ну ладно. Нет, там вроде просто пройти, но... Оп, так. Но все тут очень динамично происходит. Давай. Есть. Так, да что ж такое. Так, прыгать нужно прямо перед ним. Мы уже в самом начале падаем, не очень хорошая вещь. Так, хорошо. Ах, да что ж такое, ребята. Мы в самом начале, да ну. Спешим, ребят, слишком спешим. И, да, немного мы ошибаемся. Так, хорошо. Оп. Есть такой... Так, ну вот все, здесь вроде все легко, ребята. Все легко. Нету никаких сложностей. Оп. Есть. Ха-ха, пройдено, ребята. Оп, давай. Фу, мы из воды, ребята, выкарабкались. Так, а это что за... А, ну я понял, нам просто за ними нужно следовать. Так. Вот, все, погнали. Здесь ни до чего обычно дотрагиваться нельзя, потому что все здесь для нас опасность. А если мы так сейчас поставим, он его будет двигать. Смотрите, какой хитрый-то, а. Ой, нет, ребята, ай, да что ж такое? Ну, ой, опять тут эта ошибка. А, да, ну мы были очень близки, ребята, мы были очень-очень близки к победе. Ты куда, шарик, зачем ты туда прыгаешь? Там же пропасть. Так, ладно. Ну, это, конечно... Игра, ребятушки, всем не дается так просто. Хоп. Так. Ну тут можно уже аккуратненько пройти все. Так. Опа. Хорошо. И есть последний камешек пройден. Преодолен. И вот все. Так, я не хочу туда, ребята, залазить. Это. Этого нам больше не нужно. Так, ну тут платформочка. И куда она нас приведет? Наверное, к другой платформочке. А нет, смотрите, к колесу. Которая крутится, и это конец уровня. Фух. Так, ну что ж, два прошли мы уровня. Ууу, интересненько. Так. Оп, да. Это будет непросто. А ну-ка, идем сюда. Так, хорошо. Ну, здесь просто нужно в нужный момент прыгнуть. Вот и все. Так, вроде ничего сложного. Камешки, да. Оп, так, с этим парнем. Так, давайте, когда он будет на нас идти, мы... Хопа. Есть такое дело. Так. Ну, вроде уровень оказался достаточно-таки простым, ребятушки. Так, successful. Мы это все сделали. О, смотрите, тележка. Ху-у. Так, она в квадраты просто врезается, что ли? А ну-ка. Эй, ты куда? Ты не туда, тележка. Вот так вот. Хорошо. А, ну да, она просто врезается. Я думал, нам перепрыгивать нужно будет, знаете, как такой челлендж. А, ну тут смотрите, в одну сторону садишься, она едет сюда, на другую туда. Ну, в общем-то, понятно все так. Ну, тут что-то все слишком просто. Ну, ладно, не слишком просто, но... Ай-яй-яй, специальный квадрат, ребята, поставленный, чтобы нас тут... Ой-яй-яй-яй, уничтожить. Так, ну ладно, мы еще с нормального количества попыток, я вам так скажу, проходим. Это все, оп, не очень будет там просто сделать, оп. Так, сюда, возвращаемся.
И вот так вот. Не знаю, как тебе забрать монеты. Что-то мне их не хочется забирать. Эй, камешек за нами гонится. Погоня за нами, ребят. Так, вот эти квадраты неспроста здесь падать у нас будут. А нет, нет, не будут. Что это? А как же нам тут быть? Как эта штука нам? Кстати, смотрите, интересная штука. Так, а ну-ка. Нам он, так я понимаю, нужен, чтобы... Ну да, чтобы забраться повыше. Так, это давай, 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 давай. Не, не, да. А, мы можем их уничтожать, ребята. Вот это да. Так, да, 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 да. Мы перед самым финишем. Стоп, а как нам пройти? Там же очень, очень большое расстояние. Так, ну, новость хорошая. Мы можем уничтожать вот этих человечков. Так, это хорошо, потому что они очень мешают иногда. Так, ну все, камешек мы сейчас проходим. И... Так, вот... А, смотрите, а сейчас эти штуки не одна на другой стоят. Это так и надо, что ли? А нет, вот, смотрите. Так. Это очень странный, ребята, странный шарик. Я не пойму, что с ним делать. То ли нам нужно тут с разгону... А, ну да, вот, мы просто можем разогнаться и все. Ну что ж, ребята, мы это сделали, поэтому вы поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а на сегодня все, увидимся в следующей серии. Гейски, ребята, меня зовут Фуллавис, и мы продолжаем наш путь. Так, наш путь в сложной и очень-очень непростой игре. Да-да-да-да, ребят, опа, видите, она настолько непростая, что иногда даже трудно просто прыгнуть. Просто обыкновенный прыжок превращается в какое-то адское занятие. Но мы, ребята, с вами сможем все здесь пройти, потому что мы молодцы. Так. Вот эта штука. Нужно не прозевать момент и пройти. Так, все, что тут, ребята, новые какие-то совершенно, какие-то непонятные квадраты. Так, монетки, ну давайте уж все возьмем. Так, вот, оп-оп, а тут как, а тут никак. Возвращаемся. Так, да, и самая сложность этой игры, что когда мы погибаем, значит, уровень нам нужно начинать заново. Это самая непростая часть этой игры, да, вот именно так все и происходит, но ничего. Мы с вами прошли целых 3 уровня уже, и поэтому, в общем, нам уже ничего не страшно. Опа. Так, давайте, давайте. Тут, ну, тут легко пока что легко. Просто нужно быть внимательным и осторожным максимально. Так, ой, зачем мы туда прыгнули? Иногда шарик просто ведет себя, вот как сейчас, не очень адекватно, но главное его в нужное русло направлять, а там уже будет все достаточно-таки спокойно. Так, вот эту пилу мы уже можем пройти, так, пропрыгнуть. Фух, ну, главное вот здесь вот не напортачить. Ладно, вот эту нижнюю давайте монетку не будем брать. Уж ничего страшного с ней. Вот это, конечно, мы впритык прыгнули. Вот этих парней мы, кстати, выяснили. Ух ты, смотрите. Смотрите, сколько... Ай, здесь квадрат. Ну почему здесь нет никаких чекпоинтов? Это же просто адский ад, ребята. Но так же невозможно. А, зато смотрите, как мы уже быстро научились тут все проходить. Хопа, без остановок практически. Так, хорошо. Эта игра, ребятушки, вам не такая уж и простая. А, вот здесь можно... Да ну, как? Можно поверху пойти. Но поверху вот как-то опасно. Опасно идти поверху. Мы пойдем... Ну ладно, сейчас посмотрим, как мы пойдем. Хоп. Так. Забираем пилу и... Вот так вот проходим здесь. Хоп. Есть такое дело. Так. Все, есть. Ай, зацепили. Так, ладно, наш рекорд 23 монетки. Но мы его никак не можем побить. Так. Опа, есть, ребятушки. Так, все, проходим здесь, все отлично, на отлично. Так, главное не торопиться, ребята. Да, главное не торопиться, и тогда все будет отлично. Есть, так, вот тут. Так, ладно, этих парней, ладно, вот этого нужно будет прибить. Оп, так, все, есть, ребята, уу, прошли мы этот уровень, замечательно. Все выполнено на отличненько. Так, ну и мы продолжаем, в общем-то, продолжаем следующий уровень. Не знаю, сколько мы сегодня пройдем уровни, потому что они стали сложнее, но интереснее. Так, здесь мы нажали на кнопочку и... Так, вот эти прыжки иногда не очень понятны. Здесь нужно зажимать, правильно? И еще и нужно и с разгона. Или же мы можем схватиться за краешек и... Да, мы можем схватиться за краешек и... Ой-ой-ой. А как здесь? Подождите. Ха-ха. Еще и прыгнуть нужно в нужный момент. Ну, это совсем, конечно, интересно. Так, мы же нажали на кнопочку. Что, в чем проблема? Иногда на кнопочку не нажимается. Так, опа! Фух, вот это было непросто. Так, что здесь дальше? Мне все кажется, что эти квадраты у нас сейчас упадут, ребята. И скушают нас. Но вроде нет.
Так, угу. Вот эта штука зачем нам нужна? Так, вот она покатилась сюда. Ну, видимо, чтобы забраться, да? Так, хорошо. Ну, тут уже конец уровня, ребят. Ну, слушайте, просто довольно-таки показалось. Изи. Так, а давайте посмотрим, что тут вообще, сколько уровней всего. Может, боссы какие-то будут? Ну, вот так вот получается. Ну, да, немного уровней. Да. Всего-навсего немножечко. Такс. Оп, хорошо. Ну, тут мы уже наловчились проходить. У этого парня попадать наловчились. Так. Давайте все монетки соберем. Тут, кстати, не знаю, время как-то влияет или нет. Ух ты, ха, куда нам нужно запрыгнуть, вы видели? Так. Нет, ну вот эти простые самые прыжки, конечно. Оп, есть, все. Открыли и прошли. О, конец уровня. Не, ну это какой-то короткий совсем уровень. Просто мы его прошли. Даже не ощутили. Так, ну что ж, нам туда показывает стрелочка. Думаю, поверим этой стрелочке. Камешек. Ну, кстати, камешек. О, все, всех мы победили очень быстро. А тут что? Опа. Вот я не понимаю, а как же нам тема? То есть мы можем на квадрат напрыгнуть или нет? Мы же погибаем сразу. Странно как-то это все. Непонятно. То есть вроде как мы можем на него напрыгнуть, а вроде как и нет. Непонятно. Так. Эй, да что ж такое? Мы же так хорошо прошли эту штуку. А! Как оно вообще работает? Стоп, оно же... Оно же не так должно работать, ребят. Вот, нужный момент был. Эй, эта штука сломана, ребята. Эй, да как же пройти нам? Эй, это почему они так двигаются? О, все. Так, все нормально, можно. Мы так их хорошо вдвоем уничтожили в прошлый раз. Но это невозможно. Так, хорошо, есть. Фух. Так, отлично, все, двоих уничтожили. Продолжаем наш путь. Так. Ну вот как эти действительно монеты взять, непонятно. Может это приманка для нас специальная такая, а? Как вы думаете, ребята? Приманка это или нет? А как мы так высоко прыгаем? Иногда я не понимаю, как мы так высоко прыгаем, но тем не менее, ребята, мы этот уровень прошли. А вы поэтому поставьте мне лайк, ребята, и обязательно подпишитесь на канал. Сейчас будет еще одна серия скоро, поэтому вы обязательно ее не пропустите. Ну а нам осталось всего ничего, ребята, наверное. Ну, мы первый мир прошли, там еще будет второй. Ну, поэтому увидимся скоро. Гейски, ребята, меня зовут Фоловиус, и мы продолжаем играть в одну из самых сложных частей красного шарика. Поэтому вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал, будет интересно. Ну, а мы начинаем. Так, оп, ух ты ха, мы на такой штуке еще не катались. Так, сейчас. Нет, обратно. Вот так вот, все. Опа, нет, на такой штуке мы уже катались, но мы не катались на такой штуке по веревочке. Машинка на веревочке, это что-то действительно новое. Так, вот здесь мы открываем... Так, как, вот, ну как иногда, я не понимаю, ребята, как мне иногда прыгать. Так, нужен разгон какой-то. Или какая-то очень-очень сильная прыгучесть. Давай. Ну как, может еще зажать эту штуку? Нет, вроде мы ее на максимум зажали. Ну как, вот как, эй, мы прямо на пилу, ну конечно же, мы прямо на пилу напрыгнем. Так, ребята, напоминаю, что это одна из сложнейших частей красного шарика, поэтому тут могут быть небольшие затруднения, поскольку у нас есть только одна жизнь, и все, больше ее нету. Так, погнали, уху, есть. Тут пилы на каждом шагу, тут опасности ждут нас везде. Да, эй, да вот, ну как, ах, я думал успею, но нет, как бы я там успел, никак. Так, ладно, подпрыгиваем, тут уже все просто нам пройти. Так, вот этого человечка уничтожаем, нажимаем, проходим, пробегаем, буквально уже, опа, есть, хорошо. Так, проходим, прыг-скок. Так, нажимаем на кнопочку, может мы действительно не дожимали ее как-то, или может, вот, прям, да, в самый... Прям нужно прыгнуть, ну, в самый последний момент. Опа, и все, уровень пройден. Да, это, конечно, это непростые вообще уровни. Пошли, но ничего, мы справимся. Так, далее. Кнопочка раз. Вот такая вот штука два. Вот эти штуки нам нужны, нет? Наверное, нужны, чтобы подняться вот сюда. Отлично. Эх, нет, все, эти квадраты стоят здесь, и я не понимаю, почему же их нельзя трогать. Вроде как же можно на них... запрыгнуть. Но обычно, в обычных частях, это вам необычная часть, это вам очень сложная, очень хардкорная, очень такая, знаете ли, динамичная часть. Так. Вот те нижние монетки мне что-то, ребят, вообще как-то не хочется брать, вот это слово совершенно. Опа. Ах, пошли вот эти узкие коридоры с пилами, да. Это шарик
возвращайся. Иногда он немножко теряет управление, контроль над собой, но мы его быстренько приводим в чувство. Так. Кстати, а мы можем? Нет, наверное, не можем. А что будет, если эту штуку на пилу? А? А, ребят, давайте проверим. А, ничего не будет, они просто подвинутся. Ну и ладно. Я думал, может, мы сможем пилу как-то остановить или еще что-то в таком духе. Но нет, он просто ее выталкивает. Такс, ребята. Да ну как? Я же нажал. Ну, шарик, ты чего? Ну, я же все сделал верно. Так, шарик иногда своенравничает, но ничего. А мы сейчас все, ребята, пройдем. Так, давайте, я уже хочу по-быстрому пройти. Хочу по-быстрому, по-интересному. Так, ну смотрите, мы же можем прыгнуть вот так. Оп! Да ну нет, это невозможно! Так, как так-то? Ах, так, ладно. Сейчас, ребята, сейчас мы сосредоточимся и точно все пройдем. Вот просто на ура. Так. Давай, разгоняемся. Опа. Такс. Так, ну просто прыжочек же. Да ну, я ж прыгнул. То есть мы можем прыгнуть, но там нам мешает потолок, то есть чтобы разогнаться по-нормальному. Да, не очень хорошая штука. Так, ну да ладно, погнали дальше. Дальше будет только сложнее, ребята. Так. Вот, просто без... Ай! Рано слишком нажал. А мы так хорошо шли. Без остановки просто шли на пролом. Давай, шарик. Ай, так, здесь просто нужно вести эту штуку. Оп. Хорошо, идем. Ух ты, как мы его... Да ну нет, я же нажал. Как так-то, ребята? Так, уровень затягивается. Но мы его пройдем обязательно. Так, смотрите, как мы уже ловко все здесь делаем. Мы просто спидранер какой-то уже. Хоп. Вот тут вот задержались немножко, ладно. Так, смотрим. Хоп, да, ребята, есть! Фух, пройдено, отлично. Так, только тут здесь где-то не отъехать от какой-то банальности. О, ну это вообще, конечно, да. Так, нажали, хорошо, отлично, ребята, я надеюсь, там конец уровня, я очень на это надеюсь. Фух, да, это конец уровня, но это было просто-таки очень зубодробительно. Так, а давайте посмотрим, что нам там еще остались за уровни. Так, о, ну тут еще много, нам еще хватит, ребята, страданий, как говорится, с вами надолго. Так, я надеюсь, эти штуки не падают. Опа, так, тут вроде все ясно, хорошо. О, знакомая нам картина, но это все, ребята, обманка, эти монетки невозможно забрать. Так, ну что-то просто идем и... Ну, стоп, это... Мы тут уже были. Стоп, мы уже прошли этот уровень. Начало здесь только отличается. Вот это нехорошо, повторение идет. Так, ну да, повторение, и мы здесь опять в мучениях. На самом деле, да, просто нужно вовремя все нажать. Стоп, ну мы уже проходили этот уровень. С похожими только... обстоятельствами. И что, это дальше мы идем? Ну да. Нет, просто похожий уровень, ребята. Так, нажимаем. Что, все? Смотрите, все, мы заблокировали себе уровень. Забавно. Так, нажимаем, прожимаем. Так. Оп. Кстати, да, мы можем как-то вот схватиться за стену. Хопа. О, смотрите-ка. Забавно. Так, ну тут еще, смотрите, есть монетка. А ну-ка. Опа. Тут целых 4 монетки. Опа. И есть. Так, хорошо. Здесь мы все. Кстати, все монетки собрали почти. Так, ну вот опять повторяется. Ну что ж, ребята, видимо, эту игру пора заканчивать, потому что... Вот как? Мы его уничтожили. То есть этот квадрат можно уничтожить, а другие нет? Это как так вообще понимать? Да, ребят, ну тут уже, честно говоря, идет одно повторение. Уже не очень интересно. А вот в начале было прикольно. Так. Опа. Ну, я уже не буду те монетки собирать. Так, хочу просто пройти уровень, ребятушки. И на этом, пожалуй, сегодня все. Такс. Вот, этот. А вот я испугался этого квадрата и думал, что его, как обычно, нельзя пройти. Оп. Так, погнали. Ну, тут в конце мы прыгаем, в общем-то. Вот это да! Так. Ну да. Вот это такого момента еще не было. А, вот смотрите, как мы его можем двигать, кстати, ну по краешку, да. В общем-то, можем двигать его. Так, нажимаем. Ждем, пока здесь пройдут все эти коробочки и...
Давай. Оп-оп. Опа, есть такое дело. Так, это смертный квадрат. А то все бессмертное. Поехали. Кстати, смотрите, мы можем здесь... Ах, тышка. Вот, кстати, если бы мы уничтожили квадрат, мы могли бы проходить. Ну ладно, ребята, все. На этом, пожалуй, все. Уровни повторяются. В общем-то, объявляю, что игра пройдена. В общем, она была неплохой, она была даже хорошей. Но на этом, пожалуй, все. Адес, амигос. Гейские ребята, меня зовут Флэйс. И сегодня мы поиграем за нашего замечательного, ребята, приветливого красного шарика. Так что вы поставьте обязательно лайк, а мы продолжим наши, ребята, приключения в новой локации джунглей. Поэтому, ребята, мы сейчас проверим, что тут вообще и как. И посмотрим, что нам здесь вообще нужно делать. Так, ага, я понял, что нам здесь в принципе делать. Нам нужно взять вот тот камешек, который был в самом начале уровня, и прокатить его аж туда. Так, ну, это мы в принципе сделать сможем с вами без проблем. Так, падай и катись. Отличненько. Все, покатили. Так, давай, опа! Ну, смотри, даже не нужно было третий ящик ставить, мы справились и без него. Так, а ты что тут хочешь? Бабах, квадрат что-то от нас хотел, но и мы не сильно захотели с ним говорить. Так, а это что такое? Ага, это штука, которая открывает нам путь. Ага, мы на нее должны запрыгнуть, и тут уже все, ребята, конец уровня, ура! Так, хорошо. Отправила нас вон куда. Так, ну давайте что, мы, может, скинчик поменяем наш, а? Давайте, ребятушки. Посмотрим, у нас целых 18 тысяч, что тут такого интересного? Так, это флаг какой-то, тоже флаг. О, давайте за розового шарика поиграем, а? Давайте, ребят, погнали. За розового мы еще здесь не играли, поэтому давайте попробуем. В смысле, 30... А, ну, я думал, уровень повторился, но нет, ребята, нет, уровень не повторился, все нормально, все в порядке. Так, хорошо. Так, ну тут что-то нам слишком много дают блоков. Оп, так... Хорошо, а что нам здесь вообще делать? Ну, туда нам явно не нужно прыгать, дверь мы себе открыли. Так, вот эта штука, ну, допустим, мы ее вот так вот перевели. А, я понял, нам тут нужно, да, два блока сюда. Оп, стоять. Нам, получается, нужно будет... Так, давай шар. Ой, что-то тут все пошло не так, ребята, не так. А ну-ка, оп. Коробку эту сюда, и давайте еще одну коробку туда закинем на эту качельку, и тогда вот мы сможем, опа, здесь запрыгнуть. Вот все, что нам нужно было здесь сделать, мы сделаем. Так, хорошо. Ну, тут, видимо, та же самая схема, или не совсем та же самая, нет, не совсем. Тут нам нужно, смотрите, оставить, наверное, нам нужно здесь как-то оставить эту штуку неподнятой. И сюда вот этот обычный... Так, опс. Оп, давай. Вот, и вот таким вот образом, каким-то таким, наверное, мы тут... Опа, и должны запрыгнуть. Да, ребята, мы это сделали. Так, ай-яй-яй, здоровье потратили одно, ну ничего. Хоп, так, хоп. Есть, все, ребята, мы прошли уровень. Ну вот это мы молодцы. Так, ну уровни, ребят, уже пошли довольно-таки интересные. Мне они, знаете, даже нравятся. Даже немножечко есть загадочек. Ну вы поэтому, конечно же, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Это довольно-таки важные вещи, знаете ли, в наши времена. Так, он туда не упадет, этот блок? А, вроде нормально, не упал. Хорошо. Так, здесь что у нас? Я надеюсь, эти блоки нам не придется тащить заново. Ох, посмотрите только. Нет, нам придется тащить этот блок заново, потому что там нужно прыгнуть слишком высоко, мы так не можем. Ну ладно, мы уже натаскались этих блоков, мы уже мастера по этим тасканиям. Стоит блок. Опа, смотрите, вот так забрали тут все. Одну звездочку, вторую, третью. Этот блок давайте тоже возьмем с собой. Подозреваю, что он нам тоже понадобится. Ну вот, конечно, как я и думал, он понадобится нам для того, чтобы завершить этот уровень. Есть! Все, ребят, мы его сделали. Мы его прошли. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по уровням. Ого, через, конечно же, получается 12 уровней будет босса, потом новый мир. Кстати, смотрите, этот мир, это мир фабрика, потом будет какая-то пещера, потом будут руины. Ну что ж, хорошо, давайте продолжаем. Кстати, мы еще ни разу не погибли, ни одного сердечка не потеряли. Мы молодцы, ребята. Но дальше, возможно, будет сложнее. Возможно, на фабрике нам уже придется тратить немало жизней. Так, с этого мы убираем, запрыгиваем. Ой, смотрите, какой... Ой, какой шарик хищный. Это шаман, дикий шарик, ребята. Представьте себе, дикие шарики когда-то существовали. Ой, стой. Так, я понял, что нам нужно будет сделать. Нам нужно будет забрать этот блок с собой и протащить через всю эту полянку. Вот что нам нужно будет сделать, ребята. Все, шарик тут какой-то грузчик теперь стал. Он будет таскать. Смотрите, оп.
таскать эти штуки. Так, ну что же, хорошо. Мы здесь проходим. Оп. Так, этого парня мы уничтожили и прошли уровень. Одну полосочку, одно деление здоровья мы потеряли. Но это не страшно, ребята, жизнь-то в порядке. Ну что ж, погнали дальше. Что нас ожидает? Смотрите, тележка. Так, 35 уровень. Разгоняемся, ребята, на тележке и погнали. А, это бонусный уровень, наверное, да? Ой-ой-ой-ой, ребята, что с тележкой? Она сломалась немножко. От скорости такой бешеной. Что-то с ней произошло. А где она, ребята? Вот она, смотрите. Она сломалась, наверное. Ну ладно, хорошо. Тем не менее, ребята, уровень мы прошли. Так, хорошо, забавно было с тележкой. Надо будет, ребята, это запечатлить. Хорошо. О, еще одна тележка. Так, ладно, давайте еще тоже разгонимся как следует. Может, мы ее тоже сломаем. Так, опа. Все, тележка. Тележка приехала, ребята. Ну и ладно. Смотрите, что она может сделать будет. Ой, нет, мы... Вот жалко, что здесь... Стоп. Мы можем заблокировать себе, я думал, уровень. Но нет, смотрите, мы теперь будем себе прокладывать путь с помощью для этой тележки. Так, тут главное, чтобы она вот на шипы не уехала. Чтобы она в эту сторону катилась. Так, тут, смотрите, нам нужно открыть вот этот рычаг для нашей тележки. Вот. И тогда, хопа, мы здесь сможем проехать. Вот это я понимаю. Так, ну нам нужен будет разгон, так, шипы нам не страшны. Давайте, ребята, разгон максимальный, посмотрим, на что способна эта тележка. Опа, вот она как, так, магнит нам не нужен. Думаю, без него справимся. Так, тут вот, смотрите, колдобины такие, опа, все, уровень пройден, ребята. Вот это класс. Ну что ж, мы с вами молодцы. А вы, ребята, если молодцы, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На сегодня все, с вами был Флайерс, адиос, амигос.